как Смайл учил, по 4 лутбокса открываем. И падает. Еще раз. Абакан выпал. И падает. Да ладно. Вот это подгон. А перед просмотром моего видоса рекомендую вам канал The Castle. Это реально крутой канал с топовыми видосами, контентом. У него офигенные фрагмувики, а также у него сейчас розыгрыш на 3 места. Я рекомендую вам этот канал, потому что у него хорошее оформление и качественный контент. И прошу вас передать привет от меня вот под этим видосом. Так, у меня 6200 алмазов. Я думаю, что где-нибудь 3к из них я потрачу на всякие вот эти лутбоксы оружейные. Может быть, еще и джекпот крутанем. Так, с чего начнем? Мне нужен вот этот абакан. Он топовый, максимально топовый. Как учил Смайл по 4. Как Смайл учил, по 4 лутбокса открываем. Непады. Еще раз. Абакан выпал. Смайл, one love. Ля, красиво, все. В принципе, смотрите, абакан есть. XM8 мне не нужен. Так, тут что? Урон, точность. Вот тут скорострельность, магазин. Вот тут мне нужен граник. Давайте, как Смайл учил, граник. Давай, со второй попытки. Ну, нету. Но тут все 4 скина у меня не открыты. Из них мне нужен только граник. Я очень надеюсь, что мне он выпадет. Потому что он прямо имбовый. У других гранников там только дальность. И все. Там дальность, перезарядка, вся фигня. А тут еще и скорострельность. То есть вы, наверное, замечали, что когда кидаешь снаряд от граника, то идет задержка между первым и вторым. И этот скин его прямо жестко балансирует. Нереально круто становится. Скины с этого лутбокса нам не падают. Тут что, Скар, МП5, АВМ. Это нам не надо. Тут темка не нужна. Скины с точностью тоже не нужны. Это все есть. О, давайте вот эти покрутим. Глаз смерти. Давайте десяточку крутанем разочек. Что, ничего не падает. Так, опять 4. Глаз смерти. Нет. Еще. Ну, уже хорошо. МП5. Абакан выбили. Еще падает у нас калашик. В принципе, с этого лутбокса я бы хотел еще вытащить дробовичок. Для коллекции норм. Плюс он все-таки иногда помогает, когда в упоре шмаляешься. Но что-то он не хочет падать. Может быть, и другие еще скины посмотреть. Вот эти с точностью давайте тоже покрутим. Интересно, что будет. Вот я хочу вам еще сказать, что это реально пушечка, когда разрабы добавляют вот такие скидки на лутбоксы. То есть вы, например, даже купите пополнение на персонажа. Вот даже эти 300 алмазов. У вас будет персонаж. У вас будет набор на него. Если и 500 возьмете, то будет еще и скин на ФАМАС. И еще 500 алмазов сверху. И на эти 500 алмазов вы сможете еще закупиться скинами, лутбоксами. Получается на 500 алмазов, на 520 это 120, 120, 120, 360. Это 40 лутбоксов, даже чуть больше. С 40 лутбоксов, а можно выбить много разных пушек. Это реально круто, это реально годно. Поэтому, если вы еще до сих пор не задонили, то я не имею права вас заставить. Я просто показываю, как нужно грамотнее тратить алмазы в этой игре. Так, ну, давайте еще разочек глаз смерти. Вот. Ты 3 раза по 4. Дробаш выпал.
Все, каев. А смысл мне его уже открывать, и дробаш у меня есть. Падение акул. Тут, в принципе, прибавляется только точность. На эти скины не нужны. Тут что, магазин? Магазин тоже не нужна. Меткость, точность. А, урон тут. Вот это МП5 на урон, это имба. Это очень офигительная пушка. И надо ее тоже выбить. МП5 на урон. Она на скорострельность еще норм, но когда урон у ближки, это все-таки лучше, чем скорострельность. Потому что добавили обвес на оружие, именно на МП5, которая увеличивает скорострельность. И тут стало вообще имба, поэтому нужен урон на МП5. Там мы выбили ФАМАС, я видел. Так, ну ФАМАС, ФАМАСа я не играю, мне нужен МП5. МП5 сейчас как назло падать не будет. О, осуждаю, как я осуждаю. Да ладно. Нет, рофл, не падает. Так, ладно. Лиловый ужас практически все есть. Это тоже, это не нужно. Из титанового нету только МП5. Добавили вот эти офигенные скины. Пацаны, если вы вдруг задонили, или у вас остались лишние алмазы, и вы не видели, что можно выбить эти скины, вот с этим пулеметом, это главное. Прошу, это реально пушка. Самые лучшие скины на пулемет. Вот этот розовый, нереально крутой. Так, огненный волк, северный, все эти есть. Еще давайте 4. МП5. Ну дропнись. ПЖ. Давай как смайл учил. Да рофлишь. Еще 4. Ну. Да ля. Надо. Да выпади ПЖ. Тогда я открыл один. Выпадает. Нет. Я парнул, если бы с одного лутбокса и выпало бы это МП5. Ну, из десятки не выпало, да вы рофлить. Еще десятка как летит. Насколько она у меня уже дней, это МП5? Насколько? Мне очень интересно. Так, МП5. 331 день. Кого? Так, открываем еще 4 раза. Если не выпадает, идем, крутим, наверное, джекпот обычный. Так, где? МП5, королевский. Королевский пак. Вот он, Римская империя. 4 раза. Нет. Ладно. Давай еще 4. Да я хочу эту МП5. Почему? Почему она мне не ебать? Больше года у меня была эта МП5, я ее выбил, наконец-то. Так, все, еще один оружейный скин мы забрали. Эти скины мне не нужны как по характеристикам, так и по оружиям, на которые они расположены. Так, это все тоже нет. Ну тут давайте еще покрутим в надежде выбить граник. Мы крутили по 10, давайте по 10. Не, видимо все. А моя удача мне сказала: да, Васка, иди гуляй. Ну, так, сколько, чтобы округлить? Давайте вот так крутанем 5 раз. Нет, не падает. Вообще, дракон есть, эмочка. Надо эмочку мы бы. Давайте десяточку эмочку напоследок. И падает. Да ладно! Вот это подгон! Вот это по-царски! Вот это круто! Итак, давайте подведем итоги. За 3000 алмазов мы получили скины. На М-ку, дробовик, АК, МП5. На МП5 лита очень много, я признаю, но это годный скин, и он того стоит. На ФАМАС и Абакан. Еще, во время каток я выбил за 4 лутбокса скин на МП40 злобный клоун. Скрин будет в конце, вы тоже увидите. И напишите в комментариях, открывали ли вы лутбоксы по этой скидке, и что выпало вам, очень интересно. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, по стандарту ставим лайки и пишем комментарии. Просто любые комментарии, это нереальная поддержка для меня.
Всем огромное спасибо за просмотр. Всем счастья, здоровья. И спасибо. Всем пока.